Баруха это Дунами Вурах. Баруха Дунами Вурах Леулям Ваэт. Баруха Дунами Вурах Леулям Ваэт. Баруха та Дунай Лугину Мелеха Улям. Чербахар Бану Миколе Амим Венатан Лану Эт Турато. Баруха та Дунай Нутен Хатура. Амен. Нахну Никра Сефер Бамидбар Перек Гей Псуким Михмеш. Мы зачитаем книгу «Числа», 5 глава, с 5 по 8 стихи включительно. «Ведабер Адонай ль Моше леймор, дабер ль бне Исраэль, иш о иша, ки асу михол хатад адам, лем ол маал бе Адонай, ве ашма ханнефеч ахи, ве итваду эт хататам ашер асу». והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם המושב לאדוני לכהן בלבד איל הכיפורים אשר יכפר בו. אמן. Шаббат шалом. И говорил Господь Моше так, говори сынам Израиля, если мужчина или женщина совершат что-либо из всех грехов человеческих, являя неверность Господу, и провинится та душа, то пусть признают грех свой, который совершили, и возвратит он тем, чем провинился сполна, и пятую часть прибавит к нему, и отдаст тому, пред кем провинился. А если нет у того человека-родича, которому возвратить то, о чем провинился, то повинное, возвращаемое Господу, священнослужителю будет, помимо овна искупления, которым искупит его. И прежде, чем прокомментировать заповедь об определении ответственности за нанесение ущерба ближнему и клятвенное отрицание своей вины, хочется сказать, почему в иудаизме так много внимания, в том числе и мессианском, уделяется исполнению заповедей. Из Писания мы с вами знаем, что цель Торы – это Машиах, и что именно он будет определять в конце времен, считается ли заповедь выполненной или нет. Поэтому для евреев, изучающих Тору, всегда было важно понимать и знать границы заповедей, чтобы понимать, достиг ли человек цели Всевышнего путем исполнения тех заповедей, которые он старался выполнять всю свою жизнь. Например, мы видим, что ученики обращаются к Иешуа в Евангелии от Матфея, 18 глава, спрашивая его, сколько раз прощать ближнего своего? Не до 7 ли раз? То есть тем самым они показывают свою полноту и духовность. Потому что в иудаизме на тот момент существовала практика прощать брата за один и тот же грех только 3 раза. А Иешуа дает определение, что твой характер должен быть прощающим. И еще один классический вопрос – который задает учитель закона в Евангелии от Луки, 10 глава, обращаясь к Машеху, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И еще спрашивает его, ты сам как Тору читаешь, как понимаешь? Он говорит, Шма Исраэль, первая заповедь, и вторая заповедь, подобная ей, возлюби Господа Бога, возлюби ближнего своего, как самого себя. И Машех говорит ему, правильно понимаешь, иди исполняй, и будешь жить. То есть тем самым Машех одобрил ответ этого учителя, потому что у учителя, несмотря на то, что у него было отсутствие Святого Духа, тем не менее, он правильно понимал Тору и цели, которые Тора ставила перед человеком. И здесь важно сказать, добавить две ремарочки. Первая ремарочка, что любое преступление, которое человек совершает против ближнего, он всегда совершает перед Всевышним и против Всевышнего. И второй момент, это что в сегодняшних реалиях при отсутствии храма и жертвенника, несмотря на правильное понимание заповедей Торы и целей Торы, достигнуть задач, которые Всевышний ставит в Писаниях, возможно лишь только благодаря силе Святого Духа и жертве Машеха Иешуа. Я попробую объяснить это на примере истолкования сегодняшней заповеди, которая уже встречалась в Торе, в книге Левит, 5 глава.
Это классическая ситуация, знакомая людям из 90-х годов прошлого века. Человек одолжил деньги или взял какой-то предмет на хранение, а потом отрицает факт этого события. Клянется, призывая во свидетелей Всевышнего. И вот это выражение, являя неверность Господу, в 6 стихе буквально звучит на иврите «лемоль мааль». И глагол «лемоль» переводится как «растрачивать», «изменять», «злоупотреблять», а также еще одно значение этого глагола «использовать посвященное Всевышнему для своих личных целей». С тем же самым глаголом в 5 главе книги Бимидбар, книги чисел, женщина являет неверность своему мужу. С тем же самым глаголом. На что следует обратить внимание, что глагол «лемоль», он однокоренной с таким словом, как «мииль», «плащ». То есть человек пытается, «мииль», «плащ». То есть он, человек пытается покрыть свою неверность какими-то внешними действиями, как жена, которая служит своему мужу, готовит ему борщ, стирает, обхаживает, но при этом в своем сердце она думает о другом мужчине. Но что очень важно понять, что в какой-то момент человек совершил чуву или покаялся. Человек, который совершил это клятвенное преступление, он осознал свой грех и решил исправить ситуацию. И здесь мы видим начало классического процесса, который в иудаизме называется чува или покаяние. Потому что в 8 стихе написано «возвращаемое Господу», то есть то, что нужно было вернуть. На иврите это звучит как «амушав леаданай мушав». Это слово однокоренное с таким понятием, как чува, покаяние или возвращение. И что следует очень важно заметить, да, что этот процесс очень хорошо описывает в законах раскаяния Рамбам, Маймонид. И процесс чувы, он состоит из 5 шагов. И начинается с такого понимания, как исповедание или признание, ведуй. В 7 стихе написано, то пусть признают грех свой. То есть покаяние, оно невозможно без этого процесса, без исповедания. И глагол «литводот» буквально означает «признаться». Человек должен признаться самому себе. С этого начинается его чува, что он поступил неправильно против ближнего. Это то, что делали евреи на Йом-Кипур, они всегда читали «ведуй». И что следует заметить, что этот глагол «литводот», он однокоренной с таким понятием, как «туда спасибо» и с глаголом «легадот» – «благодарить». То есть, по сути дела, человек, он никогда не будет способен благодарить Всевышнего и славословить его, если он не вынесет свое внутреннее состояние, свой внутренний грех наружу. Рано или поздно, не признается самому, рано или поздно тот грех или то состояние, в котором находится человек – оно вылезет наружу и проявится в решениях, поступках и действиях человека, который не признается себе в своих грехах. В связи с отсутствием времени я просто перечислю эти шаги. Первый шаг – это ведуй, или исповедание, или признание. Второй шаг – это удаление от источника греха. Третий шаг – это назвать грех так, как называет его Тора, закон Всевышнего. Потому что в конце времен мы будем судимы Всевышним на основании Торы. Блуд, блуд, а не просто разбаривание эротических картинок. Воровство, воровством, а не просто взял что-то чужое, тем самым восстанавливая справедливость. И четвертый шаг – это компенсация обиженному. Это то, что мы сегодня читаем в нашей недельной главе. Этот процесс хорошо виден на примере Закхея или Закхая, который говорил, кого чем обидел, я обязательно воздам. И я хочу сказать, что именно на этом этапе многие люди, они разрывают эту чуву, они не способны принести достойный плод покаяния. И пятый шаг, это не повторять грех, когда человек оказывается в той же самой ситуации, в которой он попадал в проблему. И только когда человек выполняет эти шаги, эти 5 шагов чува, она считается выполненной или законченной. И опять же, все эти этапы, они очень хорошо просматриваются в Евангелии от Луки, где мы видим покаяние блудного сына. Если вы изучите это покаяние, вы увидите
эти этапы. Возвращаясь к сегодняшней компенсации, хочется сказать, что Писание говорит о том, что она равнялась пятой части, буквально «ахамишато» – это слово на иврите звучит. И следует заметить, что число 5 в иудаизме всегда считалось благословением изобилия, потому что привязывает это благословение к благословению, которое в свое время Йосеф благословил своего брата Вениамина пятикратной долей по отношению, по сравнению со своими братьями. Также следует заметить, что слово «хамиша» – 5, числительное мужского рода, оно однокоренное с таким понятием, как «хумаш», пятикнижие Моисея или Тора. Еще один момент. Буковка еврейского алфавита, пятая буковка еврейского алфавита – буковка «гей». Это буковка из имени Всевышнего. Это та буква, которую Всевышний добавил в имя Авраама, чтобы Авраам стал Авраамом. То есть, по сути, это дыхание Всевышнего или сила Всевышнего для того, чтобы именно Авраам был способен исполнить цели и задачи Всевышнего и родить Машеха, Избавителя, Гуэля для всего человечества. И последний момент. Слово «хамиша» и слово о Машиах, да, она состоит из тех же самых букв. То есть человек способен вернуть компенсацию только в случае, если Всевышний поможет ему и даст ему эту благодать, совершить этот поступок. И в 8 стихе написано, что в случае, если у человека нету, в случае смерти Исса, то есть человека, который взял клятву и он умер, то долг нужно было вернуть ближнему родственнику. И на иврите здесь написано слово «гуэль» – «избавитель». И мы с вами знаем, да, что Гаэль, он должен был обладать двумя функциями. Первая – он мстил врагам за убитого родственника. И вторая функция Гуэля – это выкупать из рабства своего ближайшего родственника, который попал в долговую яму. И помимо этого, Гуэль, он должен был обладать двумя качествами. Он должен быть богатым родственником, то есть иметь за что выкупить. И второе, он должен был быть кровным родственником. И это очень важно понимать, потому что нашим искупителем, нашим Гуэлем является Машиах Иешуа. О нем сказано в послании в Рим, что придет избавитель Гуэль от Сиона и отвратит нечестие от сынов Якова. И именно таким образом в процессе компенсации мы видим исправление души виноватого. Он исцеляется от двух вещей, возможно больше, но то, что видно на поверхности, это лживость, это природа сатана. И вторая, это жадность и эгоизм. Подводя итоги, хочется сказать, что на горе Синай стоял весь еврейский народ, и мы получили новые сосуды, новые души и Тору для того, чтобы мы могли правильно использовать эти сосуды для служения Всевышнему. И мы были в чреслах, которые стояли на горе Синай, и сказали: «Наасе ванишма», мы дали эту клятву. Но мы нарушили эту клятву. По сути дела, мы не выполнили то, что мы должны были сделать. И мы, как блудная жена, стали изменять Всевышнему с чужими богами. Но в какой-то момент Дух Святой прикоснулся к нам. И мы стали на путь швы, на путь исправления. И тогда человек начинает осознавать, что он не способен больше вернуть Всевышнему то, что он взял у него. Потому что часть жизни уже прожита бессмысленно и бесполезно. Но я хочу сказать, что благодаря жертве Иешуа мы получили эту благодать и доступ ко Всевышнему, чтобы иметь привилегию служить. Он дал нам эту милость, Он вложил эту Тору во Святом Духе, вовнутрь нас, чтобы мы больше имели силу и способность к исполнению заповедей и не грешить. И провести остаток своей жизни в полноценном служении Создателю. И практическое применение этой заповеди. В Новом Завете, в послании в Рим написано, что любовь Всевышнего, она Духом Святым излилась в наши сердца. И когда человек принял эту любовь,
когда он осознает, что Бог его любит, он всегда будет делать больше, чем его просят, и чем и что его заставляют делать. Потому что это природа Всевышнего делать больше о том, о чем мы мыслим и о чем мы помышляем. И об этом очень хорошо написано в послании Филимону, где апостол Павел пишет к Филимону, своему ученику, и ходатайствует за беглого раба Филимона Анисима, который обокрал его, но позже покаялся, совершил чуву и служил апостолу Павлу. И Павел здесь, в этом послании, он выступает как Гоэль, как избавитель. Он пишет: «Если же чем он обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу». Аллилуйя! «Не говоря тебе о том, что и ты самим собою мне должен». О чем говорит Павел? Он говорит о том, что «я люблю тебя, всегда помни, какую цену я заплатил для того, чтобы в твою жизнь пришла жизнь вечная и спасение вечное». Что кто-то за это платит цену. И Филимон знает, что Павел его любит. И Павел знает, что Филимон его любит. И он дальше говорит: «Надеюсь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь более, нежели я говорю». Он знает это. Потому что те, кто знают, что его любят и доверяют ему, они всегда будут делать больше, чем от них требуется. Потому что, еще раз хочу сказать, это природа Всевышнего, это природа Машеха. Пусть Господь поможет нам правильно понимать заповеди. И пусть Господь даст нам силы исполнять эти заповеди в Машехе Иешуа. Пусть Господь всех нас благословит. Всем шаббат шалом. Амен. Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, я благодарю Тебя за Твое милосердие, которое Ты явил нам в имени Мессии Израиля, Иешуа из Назарета. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твою милость, которую Ты даровал нам. Спасибо Тебе за жертву, за те грехи, Господь, которые Ты простил нам. И взял суд Всевышнего на Себя, чтобы мы получили доступ к престолу милости и престолу благодати и были способны жить по Писанию. Благослови, Господь. Благослови Рава, чтобы каждое слово, которое будет сказано, оно было сказано в силе Святого Духа и достигло тех целей, для которых Ты вложил в его дух, сердце и разум это слово. Благослови сердца слушающих, чтобы мы были способны принять это слово, понять это слово и исполнить это слово. А также прошу Метаргемит, переводчицу, дай им мудрости передать дух послания, дух Слова Божьего. Пусть во всем на этом месте прославится Твое имя. Бешем Иешуа а Машиах. Амен.